Отдать свой голос за достойного врача можно уже сегодня. Голосование на премию «Народное признание» стартовало на портале zuma.top. От медицинских заведений в этом году поступило больше заявок с претендентами на участие в номинациях, а также немного изменились правила. Теперь из прошедших финал лучших выберет комиссия, которая состоит из премированных в прошлом году. Также участие принимают врачи из всех уголков Якутии. Напомним, сказать спасибо за внимание и заботу может любой желающий. Вообще-то мы не планировали вот на республиканский этап выходить, но, как говорится, вот участники сами, ну вообще вот народ требует, оказывается, все вот спрашивали, звонили, и вот даже к нашей радости нашелся спонсор, вот группа компаний «Стерх» и «Сахамедстрах», вот они с радостью решили поддержать нас, и вот при поддержке Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия вот мы решили объявить республиканскую общественную премию «Народное признание».